Добрый день. С началом чемпионата. Добрый день, с праздником вас. Каким? С началом турнира? Конечно. Разве это не праздник, трудовые будни? Даже Оля Гиря, хоть она и сидит ко мне спиной, я вижу, что она радуется. Оля, скажите, пожалуйста, это правда? Праздником самых молодых участниц и не самых молодых. Да я понимаю, кто мешает играть шахматы? Оказывается, явился. Кто будет играть в шахматы? Добрый день. С праздником вас, с началом турнира. С работой вас и нас тоже. Добрый день, с праздничком вас. Да-да-да, тогда-то надо выбраться. Никто не забыт, ничто не забыто. Добрый день еще раз. С праздником вас, с началом турнира, всем удачи, всем по очку. Даже с праздником вас. Каким праздником? Сначала с началом турнира, а как же? С праздником вас. С праздником. Добрый день. Добрый день. С праздником вас. Добрый день. С каким праздником? С началом турнира. Уважаемые участники командного чемпионата России по шахматам, оргкомитет и судейская коллегия Российской шахматной федерации приветствует вас в санаторно-курортном комплексе «Аквалоу». Для официального открытия командного чемпионата России по шахматам слово предоставляется заместителю председателя правления Российской шахматной федерации, директору турнира Борееву Евгению Евгеньевичу.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад от имени Российской шахматной федерации приветствовать всех на очередном 19-13 первенстве России командном. Я рад, что в этом году приехало гораздо больше участников. Так, чисто визуально к яблоку некуда упасть. Новое место, мне кажется, что руководство комплекса «Аквалао» сделало все возможное, чтобы турнир прошел на высоком уровне, чтобы вам было приятно и комфортно играть. На встрече с капитанами команд вчера и с руководителями мы договорились, что вы отдадите все свои силы борьбе, и турнир пройдет на высоком бескомпромиссном уровне. Я еще раз желаю вам ярких творческих результатов, побед. По всем вопросам, проблемам, которые у вас возникают, я вас прошу через капитанов давать сигнал и информацию. Мы оперативно все будем решать. Напоминаю, что турнир проходит по правилам новым, которые вступили в свою силу в конце прошлого года. Достаточно строгие. Я надеюсь, что пройдет без каких-то эксцессов в плане какого-то спортивного поведения, потому что это высокого уровня все-таки соревнования, первенство, вернее, чемпионат России командный. И я объявляю турнир открытым и прошу сыграть гимн и всех встать.